Здравствуйте, сегодня мы с вами нарисуем зимний этюд, но не просто зимний этюд, а в окружении деревьев и машины под снегом. Такое тяжелое своеобразное состояние, когда и рука не поднимется начать писать этюд на таком холоде. И мы быстренько наносим рисунок и покрываем сразу все краской. И начинаем подчинять сразу же оттенки главному холоду. Все, что касаемо деревьев, есть немного коричневатые оттенки, которые переходят и на землю. Все, что касаемо земли, есть много холодных белых и голубоватых оттенков. Также то, что все уходит вдаль, оно становится более туманным, холодным и синеватым. И таким образом мы с вами сможем показать окружающую среду, окунуть зрителя в этот миг. В миг, когда он вряд ли выйдет на улицу и захочет, в принципе, куда-либо выходить. В миг, когда он будет греться максимум у окошка с теплым чаем. А мы сможем его окунуть в это холодное состояние, чтобы он смог сдрогнуть. Для этого мы должны его прочувствовать и показать на своей работе, показать весь холод, ужас через цвета, оттенки, выделив основные цвета и подчинив все остальные оттенки этим цветам. Но и также и композиции, то есть мы не просто пишем деревья, мы показываем и машину, которая под снегом. Почему? Чтобы показать, что все замело снегом. Что холод окутал все окружение, что ни один человек в этот момент не выйдет. И такими простыми вещами мы показываем и говорим со зрителем. И таким образом потихоньку заканчиваем. Спасибо вам за просмотр, всего вам доброго.